Хай-я! С приходом электричества мало кто его использует в игре, но очень зря, ребята, потому что это очень эффективные ловушки. Давайте покажу, как все это сделать. Смотрите, пару ловушек я поставил под пол, и одну ловушку у нас пойдет электричество прямо на стену. На обычную стену можно использовать в качестве энергии солнечной батареи, аккумулятор. И, кстати, нам нужен будет распределитель, выключатель, и я вот буду использовать генератор. Давайте все это дело включу, покажу, как все это дело работает. Вот, пошло электричество на пол, и смотрите, на стену. Я включил сразу, в общем, чтобы по отдельности не показывать. Смотрите, сюда запрыгиваю, и все. В общем, две эти Тесла-ловушки достаточно для того, чтобы человек загорелся, подгорел, как пончик, и сгорел нафиг. Вот, и, кстати, пошло сразу на стену тоже, она теперь под электричеством. Как это сделать? Легко и просто. Начнем. Let's do this. Так, это все дело выключим и поехали. Вот, нужно поставить маленькие стены, самые маленькие. Вот такие вот, они немного кривые. И они ниже, чем другие стены. И сверху нужно поставить потолок. Пока ловушки ставить не надо, сначала потолок ставится. И вот затем уже на эти маленькие стенки я должен поставить вот эти вот Тесла-ловушки. Найти вот такое вот местечко, где они станут прямо, не криво. Вот так вот прямо поставил. Легко и просто. Есть. И теперь давайте заодно сразу поставлю вот сюда вот на эту стену. Кстати, нужно сначала, смотрите, так не поставится. Сначала ставим стенку, вот так вот. И затем я без проблем могу воспользоваться Тесла-ловушкой и поставить ее вот так вот. Смотрите, она ставится прямо вовнутрь стены, как будто бы. Вот так вот. Готово. И можно затем улучшить стену, без проблем. Все, дальше теперь нам нужно только соединить все это дело, но соединяется это легко и просто. От генератора введем токи и подключаем к выключателю. Готово. От выключателя уже пойдем и вот сюда вот к распределителю. Но затем все, легкотня осталось. От распределителя уже к одной Тесла-ловушке и от второй Тесла-ловушки опять к распределителю. Ставлю здесь вот есть место для трех ловушек, но я буду использовать две ловушки на полу и одну на стену вот поставлю. Вот так вот. Все, ребят, легкотня. Теперь можно это все дело завести. Вот таким вот образом. Так, включаю, и все будет работать. Вот так вот, легко и просто. Вот, так что пользуйтесь электричеством. Хорошая тема, доставляет. И вот можно даже улучшать, несмотря на то, что внизу эти Тесла-ловушки стоят и работают. Вот до камня. Изи. Увидимся в следующем видосе. Может, кому-то будет полезно, воспользуйтесь, попробуйте. С вами был Мистер Ёж, как всегда, ребята. Такой вот был урок по электричеству. Пока. Бэм!